Так, все, я включил запись. Давайте так. Кто из нас первый будет представлять свои слушатели или у меня свои? Кто первый расскажет о себе? Я представляю журнал «Агрометр». Меня зовут Лариса Никитина. Я пишу материал о садоводстве, в частности, о производстве российских саженцев, о российских питомниках, о поддержке закладки садов. С этой точки зрения мне интересно, насколько актуальны для сибирского региона интенсивные и суперинтенсивные сады, насколько правильно ориентироваться исключительно на них, и что вообще можно сделать для поддержки питомниководства и садоводства сейчас в России, за какими культурами будущее. Здорово. Ну, вы знаете, тут отвечать надо бы по-хорошему несколько часов. Я готов был бы. Какого объема должен быть разговор? 5 минут? Сколько вы готовы выдержать? Вот. Вы знаете, я готова выдержать долго. Я потом отберу то, что мне нужно, и пришлю вам на согласование цитаты ваши. Не надо согласовывать, пришлите готовый материал, ладно? Хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас это, как называется? Лариса. Нет, я понял, вы Лариса. Так, я тогда для вас Константинович. Я о другом. Значит, так. Это бумажное издание или интернет? Да, это бумажное издание, есть интернет-версия. Ой, отлично. Вы знаете, хотелось бы... Дело в том, что у меня уже есть 3 книги, настоящие книги. Это просто настоящее не бывает. Красивые, яркие, с твердой обложки. Вот. Ну, может быть, когда-то будут еще, но вернуться к теме статей... Я бы вам предложил соавторство, лично вам. Вот вдруг это тот самый случай. Например, я вам присылаю готовый материал. Ну, что такое готовый? Это с точки зрения меня. Не, как меня можно назвать? Ну, да, у меня 400 статей. Мне давно пора называть журналистом, но тем не менее я все-таки это, дилетант. Вот. Не тот уровень, дилетантский. И я хочу, предложу вам я, это... Я, к сожалению, эти вопросы не решаю. Это у нас решается редакторским советом. Мне выдают задания, я их отрабатываю. Но предложение ваше я выскажу внизу. Ладно, давайте так. Сегодня проба пера. В каком смысле? Итак, то, что я буду говорить, возможно, вызовет у вас удивление. Возможно, неприятие вашего редакторского совета. Ну что, поехали? Давайте. Вначале я для знакомства... Итак, Шушинский район Красноярского края, так, однозначно лучший сад в Сибири, один из лучших в России, Украине, Белоруссии, а по качеству плодов, возможно, лучший из лучших. Почему? Потому что с помощью нескольких новых открытых методов, извините за нескромность, впервые мной открытых, удалось увеличить роскошные плоды. Разу, два, три, они роскошные, сделать роскошными и культурными. Это отдельный разговор для знакомства. На моем сайте, сайт садовода железа, можно все это найти. Сейчас был мне зададен конкретный вопрос, так? Итак, интенсивные сады. Может быть, дальше будет немножко нудно, но очень важно. Дело в том, что я сейчас раскрою тему интенсивных садов. Итак, они делятся, сады, на интенсивные и нормальные. Заметьте, я применил слово «нормальные». Почему? Потому что нормальный сад – это семечко. Сейчас я расшифровку начинаю. Вот. И буду где хвалить, а где ругать интенсивные сады. Нормальный сад – это семечко. Он может дойти до плодоношения, давать плоды вкусные, невкусные. Как они делятся на морозостойкие. Это, как правило, менее качественные. Назовем их дикими, полукультурными, хороши как подвой. И могут быть, особенно мои, то, что я достиг. А у меня на экране сейчас, знаете что? Фотогалерея с моего сайта. Вот, чтобы меня дальше слушали, у меня же тоже свои слушатели. Я сейчас 10 лет пролесну. Это то, чего невозможно без валидола. Смотреть, вы наверняка еще не в курсе, что здесь творится в Сибири. Я вот так быстро пролистываю несколько лет. И сейчас дальше, это чтобы заинтриговать, вот. Вы же, да, я могу потом свой этот фильм выслать. Давайте я вышлю потом. Давайте,
конечно. Вот, потому что с фотографиями будет смотреться гораздо лучше. Вот, и, вот такие чудеса, вот такие вот. Вот это то, чего не может быть никогда, поэтому отнеситесь к этому серьезно, ладно? Вот, потому что сейчас мир разделился, садовый мир на нас, любителей. Мы обошли науку лет на 100, я не шучу. Вот, они как раз остановились там, где идет скрещивание и отбор. А так как деревья не любят, когда их это насильно скрещивают, все возвращается. Вот. А здесь другой принцип. Самые высокие подвои, самые культурные привои и совмещение по методам железа первое открытое. Я про них не буду. Итак, интенсивный сад. Да, нас с него и начнем. Это, как правило, речь идет только о яблонях. Вот. Потому что все остальное дается хуже. У яблонь есть одна особенность. Вот. Яблони прекрасно клонируются. Что такое клонирование яблонь? Берется, извините, это лекция как бы. Ну сами напросились, Лариса. Берется палка, втыкается в землю. Она обрастает искусственными корнями. Это все знают. Кто из нас не втыкал иву, тут же целый этот лес. Так и с яблонями получилось. Она обрастала искусственными корнями. Значит, подчеркиваю, ветка берется со взрослого дерева. Теперь на этот самозванный саженец якобы, с неглубокими, подчеркиваю, искусственными корнями, делается прививка. И, о чудо, сразу покрывается цветущими почками, в крайнем случае на второй год покрывается. Это уже один из принципов интенсивности. Так. Далее, она развивается несколько лет, растут корни. Ну, много расти не могут, они искусственные. Они выросли не из почек, а из клеток, клеточный материал. И это их ограничивает. Но за эти несколько лет надо на интенсивном саду, он интенсивно, потому что сразу заплодносил. Нужно умудриться получить не просто плоды, прибыль. Давайте смотреть, сейчас вы начнете ужасаться того, что я скажу. Итак, ураганный ветер, и все это уже лежит мертвое. Вот. Так, временные подпорки проблему не решают. Значит, настоящие интенсивные сады, Италия, Испания, Голландия, вплоть до юга России. Я делю на Россию на южную и северную. Вот, условно. Вы, наверное, Курдюмова знаете, Николай Иванович? Кто его не слышал? Конечно. Вот, это мой напарник, мы вместе книгу создали. И так как у нас были бесконечные споры, в том числе и про интенсивные суды. Это же «Умный сад» и «Умный огород», правильно я понимаю? Да, и наша общая книга. «Умный сад. Как перехитрить климат». Вот, 10 тысяч экземпляров. Так вот, нам пришлось после бесконечных споров, ну, спим в соседних комнатах, он у меня в гостях. И чуть не до мордобоя. Нет, я говорю, да. Я говорю, да, он говорит, нет. Разделили на южно-северное садоводство, и все стало на место. Итак, интенсивное садоводство только для юга. Вот сейчас я объясню, почему я исключаю среднюю, как она у нас, равнина, средняя русская равнина. Исключаю, Прибалтику исключаю, Урал исключаю. Так, Сибирь исключаю и Дальний Восток исключаю. Причина такая. Итак, первое, что получается, нужно, они делаются для чего? У них получается качество плодов выше, чем у наших садов и семечек. Вот. Для этого делаются определенные, существует агротехника. Ну, уже понятно, посадили, чтобы все-таки они продержались 5-10 лет, а больше смысла нет, они перестают развиваться. Корни дальше не растут, они искусственные. Ну, 5-10 лет. Значит, железобетонные столбы, загибайте пальцы. Это себестоимость. Раз. Шпалеры. То есть столбы вертикальные, шпалеры горизонтальные. Два. Так. Дальше. Что за этим следует? За этим следует капельный полив обязательно. Это три. А это все деньги. Да, у нас же, у северных этих, у семечковых деревьев, назовем их семечковые. Вот, то есть фундамент семечки, семечковые корни. Ну да, яблоки. И на 5 метров уйдут, и на 10 уйдут, а эти на полметра уйдут. Вот разница. И интенсивный полив, потому что не будешь поливать, они же засохнут, просто засохнут. И они еще должны давать прибыль. А чтобы дальше давать прибыль, они должны быть какими? А еще они должны быть калиброваны. Это одно из главных. Калибровка, чтобы была... Для этого надо обязательно их резать до бесконечности.
То есть часть кроны постоянно убирается, и тогда получается, что плодов меньше, а качество их выше. Крупность больше, на грани, на пределе. Но, к сожалению, любое искалеченное дерево сразу становится объектом нападок насекомых. Вот, например, вы возьмите за стол и послушайте, что у железа в саду это много лет не было ни одной капли ядохимиката. Вообще, ни одной капли. А там на Западе 30, да каких 30, 40 в среднем обработок, огромное количество отравленных, ну то есть отравы. Вот. У нас климат чуть пожестче, насекомых зловредных чуть поменьше, чем на южных странах. Тем не менее, 20, ну, может быть, 30, да кто их считает? Кто говорит, 16, то 26, пусть в два раза меньше, но надо. Почему? Та же самый принцип требования от этого самого, от торговли, та же калибровка. Нужно поддерживать их в таком состоянии. Но насекомые, которые не тронули бы здоровое совершенно дерево, почему мои не трогают? Потому что они сами себя защищают, у них иммунитет. Подлетела тля, это самое, клюнула, листик отравилась, следующая облетела и поехала искать легче добычу. А здесь деревья изуродованы, искалечены. У них иммунитета нет, и на них садится вся эта пакость. Перечислять все эти, плодожорку, тлю, вот, значит, бабочку с ее гусеницами, и пошло, поехало, вот, и много чего еще, листовертку, и все это надо опрыскивать до бесконечности. И получается, интенсивный сад на юге России, он все равно настолько, причем на самом юге они тоже не получается ни черта. Теплые, жаркие лето, теплое лето, это еще не главные это условия. Ну да. Вот. И тогда получается следующее. Значит, я вынужден был вот по этому принципу разделить сеянцевое сами по себе, богу богово, черту чертова, сеянцевое сами по себе. Почему? Они у нас, их кто сказал, что они не интенсивные? Меня вот это еще, Лариса, удивляет. Вот, значит, персики на второй-третий год у нас начинают плодоносить. Ну, правда, персики – это как баловство. Это далеко не та культура, на которой можно лопать от пуза. Вот. Потом, зато абрикосы на второй-третий год цветения, на яблони на третий-четвертый, груши на третий-четвертый, сливы третий-четвертый. Фактически та же интенсивность. Но есть такое качество у деревьев. Я делаю ставку на и называю их, значит, промышленные сады, отравленные, деваться некуда. Наше производство, именно вот этих, которых я назвал их, клоновые, наклоновых подвоих, это где-то 1 000 000 с чем-то тонн в год дает наше российское производство. Так? Вот. Мы, дачники, даем гораздо меньше, потому что нас отучили этим заниматься. Ну, представляете, на рынке уже нет саженцев, которые можно купить, и он вырастет яблоко. Нет, оно будет мертвое тут же. 90-100% это южное, нас это задавили. Вот. А мы, единицы, учим, да, вот у меня полно учеников, да, распространяется все это, но слишком медленно. А выгода-то в чем заключается? Наши не замерзают, раз, вот. И за ними практически не нужен уход, два. Ну пусть, ну вот если бы вы сейчас увидели бы мою вот эту, то, что я сейчас снимаю прямо на экране, если бы увидели, вы бы сказали, да таких нет нигде ни в одном научном саду. А как же так? Тогда я, значит, пару слов скажу, как надо изменить ситуацию, раз вы мне такую трибуну предоставили, да? Изменить ситуацию как можно? Сейчас получается так. Существует самые морозостойкие в мире подвои. Яблони сибирки, уссурийские груши, все это в данный момент все это идет от меня. Вот. Только от меня, больше ни от кого. Дальше идут китайские сливы. И первый, второй, третий минус 50 выдержит. Дальше идут манчжурские абрикосы, дальше идут вишни. Вы знаете, что с вишнями творится? В России вишни практически сады уничтожены. Причем уничтожены зверской технологией. Потому что все вишни, а заодно, я разговорился, я не могу иначе. Вы это печатать не будете, я 100% уверен.
Меня же постепенно все главные... Меня печатали все главные газеты «Здравия России». Потом до них начало доходить. И они это, и к ним поступали запреты. Главным редакторам нашей демократической России запреты печатать Железова. Потому что получается, что по-ихнему в России нет, во всем мире нет ни одного правильного дерева. Представляете? Открываем этот самый Тимирязевский сайт и находим схему. Вот оно, дерево, вот они лишние ветки. 9 видов веток. Причем берется среднее дерево, среднего возраста, среднего роста, и все это надо... Даже не задумываясь, что как это так. Вот. Самое страшное, когда признают ветка, на которой нет плодов или плодовых образований, считается лишней, надо уничтожить. Они не знают, что урожай, а это железо, только один почему-то знает, урожай зависит только от этого, от площади листьев, суммарной площади листьев. Они не знают, что лишние скелетные ветки, а сейчас я вернусь опять к интенсивному, нижние скелетные ветки, они не знают, что они глюкозой кормят корни. Мы с Курдюмовым знаем, они не знают. А Курдюмов выпускник Тимирязевки. А там все равно, тем не менее, запрет. То есть любое дерево надо обязательно до метра вычистить от этих. А еще современные эти телеканалы федеральные показывают, что надо отрезать все ветки до единой на вытянутую руку. А теперь к интенсивному садоводству. То есть все это просто калечение дерева. А интенсивное садоводство, я почему возвращаюсь? Они умудряются, выращивая саженцы на продажу. Те же Тимирязевская академия выращивает, Брянская, этот самый институт. Все, где работают ведущие специалисты, они почему-то, любой саженец, самое страшное, что колоновидная даже, а там и так метр с кепкой, колоновидная, яблоню тоже, да, метр с кепкой, они умудряются сделать еще и штамп полметра. То есть все равно со злобой отрезают ниже скелетные ветки. Вот. Ну вот как вы будете статью писать? Разве можно это перевести на нормальный язык, то, что я сказал? Ну, что-нибудь напишу, что допускаются в продаже и считаются качественными штаммы высотой не более полуметра. Это считаются они. А штампы, ну, а их вообще, вот как растет саженец, штамп отрезать ему нельзя вообще. То есть делать штамп, отрезать его. Вот как есть, так есть. А для них считается так. Дерево, если у него штамп полметра нету, а если высокий, то метр, то считается он неполноценный. Вот. И поступает в продажу деревья, где ниже скелета страшные раны 5-10. Я показывал специальные фотографии с научного журнала, где 50 веток отрезано до высоты до 2 метров отрезано 50 веток. Это получается, придали ему вид дерева. Вот этот момент. Что еще? Значит, я, конечно, это не обстоятельный разговор, такой сумбурный. Смотрите, мы имеем вот ваше издание, наверное, хорошее, все, наверное, может быть, что-то и попадет с моей сумбурной речи. Смотрите, федеральные каналы, да, роют огромную яму, не знаю, что огромные ямы — это очень плохо для посадки дерева. Наполняют десятком этих самых, начиная там с доломитовой мукой, все перечислять не могу, времени не хватит, тем более, что я считаю, этого не надо делать. Все это получается клоака, в которой гибнут деревья, корни искалечены. Они этого не знают. С самого момента, посмотрев несколько лет эти каналы, этот самый, которые на слуху и на виду, вот, как включите компьютер, ой, телевизор. Что получается? Значит, до сих пор ни один ни разу не рассказал, не показал, как все-таки дерево вырастить. Вот. И вот приходится, ну как бы у нас получается, мы сами по себе, а средства массовой информации сами по себе. Обидно, нам туда не попасть. Вот. Ну что ты поделаешь? А все начинается с семечка. Семечко глубоко закапывают. Основание, я прям буквально хоть что-то бы успел, чтобы к вам попало. Это очень важно. Основание штамба оказывается на глубине 3, 5, 8, даже 10 сантиметров. И это считается нормально. И это крупнейшие специалисты нас учат аж 19 века и до 21 века. Основание штамба под землей и это самое.
И все это сгнивает, абрикосы за 2-3 года, никто не знает. И садят опять. И вот этот момент. Посадка в яму для полива, получается посадка в болоте, деревья не растут. Здесь обязательно, у меня по таких фотографиях вопиющих, куча вопиющих. Обязательно это лужа метр на метр круглая, вот, там на глубине 20-30 сантиметров это несчастный саженец, заполнен водой, весной заполнен талой водой, ночью замерзает, сгнивает за 2-3 года груши и абрикосы, это практически сразу. Никто не знает, как это получается. О том, что нельзя делать штамп, никто не знает. Дерево, вот в чем, вот вы сказали, правильно вы сказали, а у вас Сибирь интенсивная, спрашиваете вы. А как? У нас, допустим, в Сибири от полуметра до метра снег. Ну, есть малоснежные регионы вроде моего. Там лучше, там штамп меньше гниет. А в таких регионах я учу садить на холмы, так, а холмы надо насыпать на нетронутую почву. Ямы делать нельзя, разрушать подземные. Это самое, царство вообще нельзя, которое, особенно целина самая ценная. Видите, сколько я вам наговорил? Тележкой подъехал, сверху на дерн насыпал одну, две, три тележки. В нее поставил маленькую ямку саженец, лишь бы корни вошли. Посадка закончена. Вот дальше я уже боюсь говорить, я и так, по-моему, от меня устали. Точка зрения примирить. Интенсивные сады в плане обеспечения фруктами, вот так вот быстро скажем, они, в общем-то, свою роль какую-то выполняют, но миллион тонн садоводство на интенсивное, это будет очень печально. Оно уже случилось. Минсельхоз несколько лет назад принял решение о переходе, вы что, не в курсе, на интенсивное садоводство, именно на эти клоны долбаные, я уже другого, конечно, такое слово не напишите у себя. Вот. А я вам говорю, долбаные эти самые клоновые подвои. Вот. И с ними работать можно только с помощью прививки почкой, окулировкой. Обязательно страшная рана. Была бы целая серия таких фильмов, я бы вам показал, бы вы бахнули, что это за раны, как быстро все это уничтожается. Спасает только ядохимикаты, потому что сразу на больное дерево накидываются насекомые. Вот. И получается следующее. Где-то наступает, я еще не все сказал. Вот эти искусственные корни, я уже сказал, засуху не терпят. Значит, капельный полив. Другого не придумали еще. Так. Дальше, значит, откуда берется веточка, которую укореняют ради получения подвоя. То есть палка с искусственными корнями. Если взять ее, как я, допустим, 40 лет с сибиркой работал и добился 100% совместимости, это отдельный разговор, там понятно, что ж тут не понять, когда морозостойкость минус 50, да? Вот. А если у них будет такой же подвой, возьмите сибирку, простите корни, у них привой к нему не приживется. Вот. Просто не приживется, биологическая несовместимость. Ну, просто и промерзнут корни сразу. Вот я к чему и подвожу. И корни промерзнут сразу. Вот и получается, что оно хорошо где. Есть такие зоны, где, вы знаете, даже не самый юг. Сколько мне Курдюма понарассказывал, мне стыдно повторять, какие проблемы. Когда у нас у сибиряков ранецкие полукультурки в 100 раз вкуснее, чем их вот эти роскошные яблоки, которые он сравнил по вкусу с картошкой. Да, во-во-во. А что внутри? Кроме отравы. В общем, вот так наш разговор вот этим заканчивается пока. Если будет продолжение, например, я сейчас, смотрите как. Вот мы расстались, может, вы про меня забыли, может, ничего не будет. Это как белорусская крупнейшая газета «Толока» печатала. Меняется главный редактор Железова, геть. Как это он может такое написать? Вот. Как это дерево это неправильное у них, то есть по Железову правильное. И вот получается, это вам не обиды говорят. Может быть, мы больше не созвонимся. Может быть, давайте конкретные темы. Я готовлю тему посадка, тему прививка, тему обрезка, тему. Вот. А вы потом перекладываете статью и свою фамилию ставьте ради Бога. С фотографиями, соответственно, снабдю. Дружить будем. А? Это не зависит. Но, в общем-то, вот ваша позиция какова? Традиционное садоводство должно сохраняться.
Возрождаться, возрождаться, Лариса. Она практически загублена. Вы знаете, еще два слова буквально, потому что это, у нас было возрождение. Наше садоводство – это Саяногорские его окрестности. Лучшие сады в России, лучшие, невероятно. Невозможно в России близко представить, что такое было. Вот. И приходит печатное дело, пришла газета, несколько газет, пришла журнал, этот самый, «Присадебное хозяйство», знаете, 3 миллиона экземпляров, и люди взяли в руки секаторы. И давай исправлять деревья. Уничтожили все, что было создано до того, потому что пока не знали, посадил и забыл. Урожаи дикие, на рынке абрикосы по цене ведро, абрикос, ведро, картошки, а цена одинаковая, вплоть до копейки. Ну, вы можете поверить? А потом я становился авторитетным. Константинович, значит, почему? Сотни садов. Все изуродованы. Приезжаю в Москву. Вот, конференция меня этот, слово лишили. Вот за это, о чем мы говорим, лишили слова. Выключили этот, как он, который, не матюгальник, как он это сказал. Микрофон. Вот. Я подмосковные сады уже после этого 3 дня отходил в себя. Все изувечено, все, все деревья доверху мхом покрыты. Вот, все полностью, включая знаменитый Тимирязевский сад. Все искалечено, все изувечено. Везде эти самые, одной парши достаточно. И никто не знает, что гриб, что парша не виновата вообще. Искалечил дерево, получая паршу. Нет, эти вот, миллионы, я железу говорю, это последние мои слова, ладно. Миллионы тонн яда химикатов. Борьба с грибами, все это неправильно, чушь собачья. И в наших плодовых садах нет патогенных грибов. Вот. Это результат дебильной обрезки, дебильной посадки, дебильной... Вот это, что я говорил. Вот. В эти самые, в болото фактически. Все, я выгорелся, Лариса, извините, вы уже, наверное, пожалели. Еще один маленький вопрос. Давайте. У меня к вам. В связи со всем вышесказанным, вот у нас, опять же, поддерживать теперь будут те, кто... будет пользоваться российским посадочным материалом. Но если говорить о традиционных садах, то тут у нас в принципе растут исключительно российский посадочный материал, насколько я понимаю. Селекционеры, которые все еще патриоты традиционных садов, они выращивают традиционные саженцы, и это саженцы, вот, которые выращены у нас для наших условий. Правильно я понимаю? Правильно, только если бы... Вот смотрите, я возьму сейчас 200... сайтов, которые продают саженцы. Все 200 сайтов, кроме одного-двух, будут с фотографиями из интернета. Это значит, у них садов нет, а саженцами торгуют. Это один из феноменов. Больше 150 сайтов мои фотографии присвоили. Вы поверите? Это значит, что у них вот эта роскошь, что вот сейчас на экране, вот я показываю, вот листаю, у них нет и быть не может. Здесь плоды абрикоса, 100-120. Тимирязевская академия мои фотографии присвоила. Вот. И рекордсмены по 6-8 моих фотографий. Это значит, что у них нет своих садов. Вот. А вы говорите про отечественного. Про отечественного говорите. А они фактически, сколько их осталось? Потому что куда ни заглянешь, только из интернета. Мои где фотографии берут? С интернета. Только с интернета, только с интернета. Получается, садов нет. Вы представляете, торгуют персиками, я наболела, торгуют персиками, персиковый сад. Ну-ка, вы, у вас рука на пульсе. Где в России, ну, скажите, да. Персиковый сад? Ну где? Нет, у нас сейчас... Ну, может, кроме Крыма, но Крым это запретная тема, правильно? Угу. Вот. Вы знаете, сейчас через 20 секунд у меня остановится запись. Алло, алло. Так, запись закончилась и прервался разговор. Почему прервался, не знаю. На всякий случай, друзья, вы увидите, ну, хотя бы мою версию.